Всем привет! Не так давно у меня появилась веб-камера, и сейчас я решил снять про нее видосик. Пришла она вот в такой коробочке. Здесь вот видны ее характеристики. Здесь еще какие-то надписи на разных языках. Что именно они, значит, я не могу точно сказать. Logitech C270. Здесь вот такой язычок, чтобы можно было на витрине зацепить за гвоздик. Внутри находится картонка, в которой крепилась веб-камера. Вот, и ничего больше там нету. В комплекте была инструкция по установке. Здесь показано, как установить на монитор. Оно крепится, выбирается угол, дальше подключается к компьютеру, ну и по адресу с официального сайта скачивается программа. Еще инструкция по безопасной эксплуатации устройства, там ничего интересного нету. Ну и сама веб-камера. Так вот она выглядит. Здесь есть этот вот язычок, как там показано, она с помощью него крепится, получается, ложится сверху на монитор и просто язычком прижимается. Здесь вот прорезиненная такая на конце прорезиненная такая вот линия, и здесь уголок прорезиненный тоже. Когда она закреплена, выбирается угол, ниже или выше, ну и все, как бы больше ничего, никаких кнопок, ничего здесь нет. Ну, такой приятный, красивый дизайн. А, получается, микрофон нормальный, как бы чувствительный, все. Ну, вот, сидишь перед монитором, тебя хорошо слышно, но как бы слышны все остальные звуки, там щелчки мышкой, там стуки, шорохи. Для разговоров в скайпе вроде как и пойдет, а если играть и использовать этот микрофон, то мне кажется, не очень будет. Вот лампочка, которая как бы показывает, что камера работает, она зелененьким горит. Здесь стеклышка нет, так что пальцы туда лучше не совать. Вот, ну и все, как бы. По качеству самой картинки хорошая картинка, приятная на вид, качественная. Так что если нужна недорогая и хорошая камера, то Logitech C270 неплохой вариант. Но меня как бы устраивает вообще все идеально. Вот, на этом все. Всем пока.